Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Так, заберем свои награды. Так, билеты купили. Два набора карточек мы с тобой сделали. Так, ПВПшка, собрать моды, потратить монеты. Так, еда. Надо где-то... Подожди секунду, а я что? Не заказывал себе хавчик? Да ну... Точно не заказывал, ёк-макарёк, ребят. Вот это лопухнулся я. Без еды остались. Так, ну что у нас тут созрело? Ага. Так, это у нас... кто ж такое? Тринакромериум. Ничего себе. Тринакромериум. Язык сломаешь, пока скажешь. Так, здесь у нас эволюция прошла удачно? Ага. Фигушки. Нам придется еще разок с тобой ставить... На продолжение. 80 долларов у меня нету, поэтому ускорить я не смогу. Так, а здесь? И здесь тоже не получилось. Здоровски, конечно. Ладно, пускай продолжается. Так, а у нас здесь еще с тобой есть парочка готовых, поэтому давай мы их заберем. Энтеладон. Поместить. Энтеладон готов. И здесь у нас еще один. Это наш олень северный. Синтетоцератос. Вот так его увеличать. Все, он, короче, на месте. Ну что, мы с тобой будем смотреть, какие у нас задания на сегодня. Сдвиг ледников. Без ограничений. А ну-ка, давай посмотрим, кто тут. Архиотерий. Титанобоа. Это какая-то змея, походу, дела. И Дипротодон. Ну что же, против этих мы берем... Наверное, я возьму Синтетоцератоса. Против Титанобоа можно взять... Не то, что даже можно, а нужно брать Келлинкен. И против Дипротодона мы возьмем с тобой, наверное, Амфициона. Я думаю, что такой командой, в принципе, можно удачно даже сыграть. Сейчас посмотрим. Как говорится, чья удача и на чьей стороне. Так, я хожу первым, поехали. Сейчас мы ударим этого архиотерия. Так, неплохо, неплохо. Мне кажется, что он будет менять. Нет, не стал менять. Странно. Я же его сейчас уничтожу. Ему крышка. Давай, давай, родной. Так. Кто это у нас? Точно, я же говорил, что это змея. О-ля-ля, вот это у нее атака. Ей одной достаточно, чтобы меня уничтожить. Смотри, смотри, что она делает. Опа, и хвостом. Мой олень тут и подкосился. Так, ну что, Келлинкен, давай-ка мы его укусим с тобой. Так, пробьем? Да, мы его пробьем. Готова змея. И остается... Дипротодон. Так, бобер. Можно так его назвать, потому что действительно он похож на бобра. Он все тратит, ребята, он все тратит и, соответственно, уничтожает моего Келлинкена. Но зато Амфицион должен, по идее, уничтожить его. Но это не факт, знаешь почему? Хотя 110. Да, ему крышка. Готов, партизан. Ну что, друзья мои, это наша первая победа. Нужно будет еще одну сделать, и все будет хорошо. Там опять у нас код 19 горит. Да что ты будешь делать? Ну кто на этот раз-то? Покажи мне. Что это за... Давай отправим Оуна. Пускай он там сам справляется. Так, ну а мы продолжаем. События без ограничений. И смотрим. Архиотерий, Глиптодон и Смилодон. Смилодон, нифига себе. Ну, против этого понятно. Лучше возьмем Мамонта. Против этого возьмем Гасторниса. Нет, лучше я Уртинотериума. Уртинотериума. А вот против Смилодона я возьму Гасториса. Вот так вот будет, наверное, справедливо. Ну, как по мне. Сейчас мы
начнем первый, да? Удар. Поехали. Ну, мамонт, красавчик. Хорошо так пригрел его. Интересно, он будет менять или нет? Нет, не меняет, прикинь. Отчаянный, отчаянный персонаж. Ну что, тут по нему, наверное, одного удара будет достаточно, да? Плюс возьму-ка я, наверное, бонус. Так, этого Архиетерия на мыло пустили мы. И Глиптодон появляется. Йода, он похож так на Йоду из Звездных Войнов. Так, 216 атаки. Ты гляди-ка. Ох ты, мелкий прыщ. Я ж тебя сейчас размажу. Только вот кем? Давай я вот так вот сделаю. Так, у него одна в запасе. Раз, два. Ну, придется все тогда сливать. Да, ему крышка в любом случае. Так, и вот у нас выходит Смилодон. Похож чем-то на саблезубого тигра. Похож. Но звать его Смилодон. Атакует. Так, друзья мои, что нам сделать? Ну, в принципе, мы его... Да, мы его сейчас ушатаем. Хватит? Хватит. Ну что, друзья мои, отличная, отличная была игра. И отличные у нас победушки. Ну что, остается нам с тобой забрать лишь награду. Я так понимаю, сейчас будет колесо, скорее всего, да? А, пак. $100, да неужели? И мегистотерия. А мегистотерия у меня, по-моему, не было, ребята. И 325 очков двери. Спасибо. Так, друзья, мегистотерия у нас доступен теперь в магазине. Мы можем ее покупать. Так, у нас с тобой Лига детенышей. А я что, еще не закончил, что ли, с этой лигой? Она еще идет, получается? Да нету вроде бы ее как. Так, только для обычных. Столкновение. Это что такое за столкновение? Стоп, я не понял. А в награду идет ДНК. Просто ДНК, да, идет? Столкновение, столкновение, столкновение. То есть, получается... Так, подожди, я заберу сейчас здесь. И здесь тоже надо забрать. То есть, получается, у нас заданий-то, в принципе, больше и нету. Кроме вот как испытать свои силы. Да. Так, а если мы с тобой будем выводить... Так, у нас еще новое здание, что ли, есть? Даже три здания. Давай-ка мы быстренько с тобой разместим. Одно поставим здесь. Так, бесплатно его завершим. Следующее у нас с тобой здание здесь. Это станция связи. Аж две штуки у нас их, прикинь. Так, флажок. Что этот флажок у нас делает? Ну, давай его сюда поставим. Флажок этот. Так, подожди, не сюда я нажал. А почему не могу... Вот, 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 вот. Ну, это чисто, наверное, для деньжат, да? Она никаких бонусов нам не дает, смотрю. Значит, мы ее вот сюда вот поставим. Нет, я сказал вот сюда. А, ты уже поставил, да? Вот они, две штуки здесь будут стоять. И плюс еще фонтан. Ну, фонтан можно, например, даже вот сюда вот просто поставить. Чтобы он просто был. Как бы и все. Здесь вроде бы разобрались. Так-с, что я еще хотел сделать? Угу. Мы хотели с тобой сделать вывод. Да, ребята, это у нас мегистотерий, это новенький, поэтому давай его будем потихоньку выводить. Наверное, еще одного сразу же, да, чтобы они были в паре. Чтобы они были в паре, чтобы мы с тобой могли уже сразу скрещивать. Ох, у нас живот же еще что? Эрематерий. Точно, ребята, активировать. Пускай, пускай выводится, обязательно. У нас один есть с тобой, мы сможем скрещивать тогда. Так, да куда же ты делся-то? Так, подожди, а он что, у меня разве один? Да нет, такого быть не может.
Он должен быть, просто я его не могу найти. Все существа пещерные, да? Ой, подожди, не те пещеры, вот, гроты. Вот он. Активируем. Вот они вдвоем здесь пускай и выводятся потихоньку. Здесь 21 минуту надо ждать, я так понимаю, для диплодока. Ну, мы за 21 минуту с тобой пока поиграем. Главная награда лиги. А лига-то почему? Где она? Через 15 часов 24 минуты будет доступна? Так, что ли, я понимаю? Точно. Я понял. Я вас понял. Тогда продолжаем, ребята. Только для обычных. Ну, к примеру. Давай вот я возьму трицератопса. А, ну я вспомнил, что мы здесь должны сделать. Мы должны обмануть своего двойника, ну можно так сказать, да? И победить. А он ходит первым. Вот жучара, а. Попробуем так сделать. Что же? Окей. Так, ну что, ребят, попробуем его пробить. Получится, как думаешь? Должно, по идее. Да, ему крышка. Иди отсюда. Ах, ломом несчастный. Ну, грубо сказать, нам повезло. Так, мы с тобой немножко ДНК урвали. И давай дальше идти на столкновение. И я возьму... Подожди секундочку. А давай возьмем с тобой диплодока. Посмотрим, чей диплодок будет круче. Я хожу первым. Я возьму бонус. Что он будет делать? Ничего, ты прикинь? Я так тогда сделаю. Неужели сейчас три атаки сделает? Опять ничего не делает. Так, друзья, ну тут уж я вынужден его атаковать. Извините меня. Ах ты, жук ты навозный. Ты посмотри, что сделал. Ребята, он поставил блок. Сейчас он меня пробьет. Да, четыре атаки сделает полностью. Но это я считаю, ребята, это заговор сейчас только что был. Просто заговор элементарный. Так, ладно, диплодок меня здесь подвел. Ладно, давай попробуем топижарой сыграть. Кто уходит первым? Он. Он будет атаковать? Нет, он не стал, ребята, атаковать. Значит, он взял бонус под себя. Давай вот так попробуем сделать. Ты смотри, а? Ты смотри, что творит. Я тогда еще разок так сделаю. Смотрим. 5. По-моему, нам крышка, ребят. Слушай, ну это... Это я не знаю, что делать надо. Раз, два, три. Раз, два, давай так посмотрим. Смотри, 4 защиты взял. 4 защиты взял, а? Ну что? Давай попробуем все слить. Да, ему кранты. Получается, мы его как бы перехитрили здесь. И это круто. Ну что, ты пижара меня не подвел, а мы с тобой двигаемся дальше. Так, еще два поединка нам нужно сделать. Кого бы тут взять-то, я даже не знаю. Анкилозавра давай возьмем. Попробуем сыграть им. Я хожу первым, да? Окей, берем бонус. Смотрим, что он будет делать. А он делает ничего, да?
Так, он взял две защиты, прикинь. Ха. Он взял две защиты. Пробьет, пробьет. Но ты в курсе, что ему сейчас крышка приснится? Смотри. Ух. Вообще на изи. Да, тут он, конечно, прокололся. Зачем он стал атаковать, я не знаю. Тут заведомо был проигрыш сразу же, как только он раскрыл свою пасть. Так, ну что, давай последний поединочек с собой здесь отыграем. Остается всего лишь два. Это, то есть, две попытки, друзья мои. Две попытки у нас. Фух, возьму алангозавра. Так уж и быть. Я в тот раз фейлился, да? Именно на нем. Сейчас гляну, что он будет делать. Наверное, атаковать, скорее всего, будет. Но он атакует одной атакой. Раз, два. Раз. И еще защиту взял, да, он? Так, ребят, по-моему, все, ему крышка. Все, 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 все. Он раскрылся, ребят, и мы его сейчас завалим. Смотри. А? О чем я тебе говорил? Нормуль. Стопроцентная победа, ребят. Шикарно. Ну что, тут мы с тобой всего лишь навсего зарабатываем ДНК. Сколько только непонятно. Еще и вылетит игра сейчас. Ну что, как видишь, игра вылетела, и мне досталось 120 ДНК. Не то чтобы много, но все-таки. Так, Альфа 06, благодарим за терпение. А что тут забрать? Ух ты, ух ты. Да ладно, серьезно, статуя Альфы 6, прикинь? Ребят, я все-таки заработал себе эту статую. Так, смотреть видео, еще что-то забрать можем. Так, ну что, взяли, да? Что-то забрали с тобой. Здесь мы тоже забираем. Кстати, сегодня, друзья мои, на iOS вышла новая игра. Я забыл, как называется точно. Но, короче, помнишь, мы с тобой играли Звездные войны? Да? Леговские. Стенка на стенку. То же самое, только теперь вышла игра про трансформеров. Так что, надеюсь, в ближайшее время выйдет по ней серия. Так, ну что нам тут еще с тобой стоит делать? ДНК мы вроде бы все забрали, все это сделали. Давай ежедневки попробуем сделать. Принять участие в ПВПшке, использовать ускорение и собрать моды. Ну, моды давай быстренько с тобой сделаем. За еду. Давай, Чарли, подкинь мне что-нибудь. Только хорошее, нормальное. Не жмись. Так, это у нас путы. Не дает замену делать. Хорошо. Задание, как ты видишь, у нас выполнено. Награда собрата. Так, использовать ускорение. Ну, ускорение это... Это, я не знаю, надо как-то... Ну, вот здесь, например, можно ускорение сделать. Так, и диплодок. Диплодок, ребята, у нас созрел. А какой уровень-то он получил здесь? За последние 5 минут игра уже 2 раза успела вылететь у меня. А кто-то задавал вопрос: Рэй, а игра у тебя вылетает? Конечно, вылетает, друзья. Еще как вылетает. Так, применять в ПВПшке, да, на арене. И вот как нам собрать с тобой еду, я ума пока не приложу. Так, и про диплодока, да. Мы его сейчас с тобой прокачаем до двадцаточки. Ух, включить. Да ладно, пускай идет. Пускай идет, друзья мои, мне не жалко. Так, здесь одно, а здесь другое. Тут через 3,5 часа у нас с тобой... Тропиогоптер еще прокачается. Так, а диплодок у нас с кем скрещиваться будет? Ты не помнишь? Я не помню. Ага, с анкилозавром. То есть нам еще нужно анкилозавров с тобой прокачивать. А тут, в принципе, вот этих двух скрещиваем, будут 20-ки. Потом этого скрещиваем, будут 30-ки. И 40-ка. А потом уже скрещивать. Ну, то есть, немножечко еще останется, да, времени у нас. И будет все готово. Давай-ка мы с тобой статую эту поставим. Где она у нас, кстати, находится? Вот она.
Ну, в принципе, вот здесь ей, я думаю, будет комфортно. Вот тут вот. И выглядит, да? Прикольно, статуя эта. Так, ну что, погнали тогда с тобой на PvP-арену. Возьмем, наверное, водную, потому что мы давно не были на воде. Поэтому возьмем Артакантуса, возьмем Зуходуса и Археалона. Сейчас посмотрим, кто против нас будет. А зачем я взял Зуходуса и Артакантуса, а не вдвоем? Одну стихию мне нужно взять было плезиозавра, в конце концов. Ох ты, ёк-макарёк. Ладно, давай поборемся. Такс. Ну что, атакуем, наверное, сразу же, да? Сразу же такой музыкой, сразу, как будто ее ветром сдуло. Интересно, он будет делать замену? Смотри, у него какой тут есть. Ужас какой-то, 6 уровня, правда? Даже не знаю. Ну что, что, что ты там кривляешься? Не стал у меня бомбить. А что же ты стал делать? Ты наверняка взял бонус. Стоп, может быть, даже 2 бонуса он взял. Нет, а, да, 2 бонуса он взял. То есть хочет меня приживчить. Так, будет атаковать или нет? Нет. Атаковать, друзья мои, он меня не стал. Он меня интригует. Ладно, я попробую, рискну. Все, крышечка тебе, парень. Так, теперь выходит вот это, 38 уровня. Элласмозавр. Слушай, ну у него тут очков, конечно, сейчас будет целая куча. И сколько ему нужно нанести? 400, 400. Как минимум 3 из них потратить. Тратит. Так, у нас Зуходус выходит. Так, ну здесь будет поэффективнее, да, у нас черепашка-то наша. Ну что, пропишем? Ты глянь, что творит, а? Он взял 3 защиты. Хорошо, если он сейчас поменяет, этот-то меня не пробьет, 100% тебе говорю. Эласмозавр сосунок по сравнению с Архилоном. Но если он поменяет, что он в принципе и делает. 2 атаки. Ты сам видишь, что произошло здесь. Ты сам все прекрасно видел, что здесь произошло. Минус. Ну а этот, естественно, нас уничтожит, ребят. Ему достаточно здесь 2 атаки сделать, а у него 4 ОД. Так что, конечно же, порвет. Ну, неудачно тут получилось, я тебе скажу. Потому что вот я лопухнулся, взял зачем только 2 одной стихии. Ну зачем? Блин, так на крокодила похож этот чувак. Вот и, в принципе, в этом была моя большая ошибка. Огромная просто ошибка. Ладно, заберем. Так, вот что с едой делать, я ума не приложу. Как нам эту еду-то с тобой взять? Тем более в таких объемах. Ну, где? Где у нас это? Пищеблок-то где у нас находится? 12 тысяч. Всего лишь 12 тысяч выдает. Никак мне. Мне здесь, ребята, больше ничего не сделать. Была бы арена, я бы пошел бы с удовольствием бы на арену. А ее нету. Все закрыто. И ежедневку не могу сделать. Так, и сколько нам еще там нужно, кстати, по поводу... Блин, еще 5. Еще 5 динозавров 40 уровня. Это, конечно, перебор. Не, 25 тысяч я сейчас не соберу. Даже не 25 тысяч, а 250 тысяч нужно. Жаль, жаль, что такая короткая серия получается. Ладно, давай, знаешь, что сделаем с тобой? Раз у нас пока есть возможность PvP-шки, давай попробуем сыграть. Раз, 2 и 3. Просто интересно. Ну, просто отыграем с тобой вот этих вот динозавров. Кто против нас здесь пойдет?
Тут не забывай, что каназойская эра присутствует. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, ну деплотатор, я думаю, здесь сейчас хорошо повеселится на самом деле. Прям, я тебе скажу, даже чудненько. А он ходит первым, блин. Но ему крышка в любом случае. Ему сразу кранты. Он меняет. Ого. Ну-ка. Так. Что ж ты будешь делать? Что он будет делать? Хм. Так, ладно. А если я поменяю? Ох, ё, сколько там к атаке идет. Трындец. Давай вот так вот сделаем. Четыре, да? Ему надо потратить одну очку действий. Одну очку действий. А он тратит два. Все, он подписался, ребят, под свою собственную смерть сейчас только что. Ты спросишь, почему? Да потому. Смотри внимательно. Так, он потратил два очка, да? Значит, нам нужно две атаки с тобой сделать. Так, и вот так. Готов, хлопчик. Так, ну что, следующий у нас идет Нундагозавр. Никак не получится у него нас наказать. Ну никак, ребят. Или получится? Все. Тебе кранты. Тебе кранты. И сделает эти кранты тебе вот этот мой летающий птенчик. Достаточно сделать одну легкую атаку. И все. Легкую атаку, смотри. Хлоп. Так, а это что за прыщ? Спинораптор. Какой-то дрещеныш на самом деле, да? Выглядит, по крайней мере, он так. Че, ты хочешь сказать, что ты прикрылся, что ли? Тебя сейчас разнесут в хламину. Мой эдиоморфодон шутить не будет. Да-да-да. Вот и все. Пару пустяков и никакого волшебства. Магия Фили, ё-моё. Тут еще и рулетка у нас. Может вылететь игра, конечно, во время этой рулетки. 10 тысяч. Лучше бы мне дали еды. Вот теперь мне нужна еда. Так, ну давай еще разок. Крутим. И выпадает нам 2500 еды. Ну что ж, спасибо. Давай тогда еще разочек сыграем. Берем Эдди Морфодона. Таника Лагриуса. И возьму, наверное, здесь Эрликозавра. Посмотрим, что у нас получится из этого. Ну давай, давай, не томи. Ой-ой-ой. Ох, ничего себе у него тут командочка. Ну, Эдди Морфодон неплохо себя здесь поведет. Что он будет делать, мне интересно знать. Так, сменил на спинораптора. Так, ну-ка посмотрим. Да. Хорошо, сделаем вот так вот. Ну что ты, спинораптор, что ты дергаешься там? Как уши на сковородке, я не понимаю. Атакует. Ну все, тебе кранты. Тебе кранты. Так, сколько у него? 1100 хп. Поехали. На-ка, выкуси. Так, ну что, тебе нужно две атаки потратить, парень. Ты в курсе? Две атаки. И тобой займется мой хищник.
Как собак себе ведет. Он все тратит. Ну-ка посмотрим. Да, я думаю, этого будет достаточно. Так, 872, да, у него хпшки. Блин, придется все-таки так делать. Погнали. Так, в минус. А вот этот уже будет посерьезнее. У него 1500 здоровья и 327 атаки. То есть на 4 он меня выносит, да, если он все это сделает. Но он ничего не стал делать. А сколько у нашего эрликозавра? Меняем, ребята. Меняем. И все в бонусы. Шесть. Что же ты будешь делать, гаденыш? Ты серьезно? Ты купился? Ты купился? Ты... Ну, тогда уж извини. Тогда извини меня. И пшел вон от седа. Давай, родной, покажи ему, где раки зимуют. Купился на эрликозавра. Я в шоке. Да, подвела тебя, конечно, чуйка, парень, подвела. Ну, а мы с тобой, как говорится, победили, значит, мы на высоте. Значит, мы красавцы с тобой. Так, ну что, 50 очков доверия у нас выпадает. И давай еще разочек, наверное, крутанем. Ну-ка, что нам здесь еще разок выпадет? Еда. Окей. Можно еще, наверное, сыграть. Давай еще разочек попробуем сыграть. Правда, нам выбор такой остается. Дмитрия Кантозавра возьму. Сфенокодона. И Ютирануса. Просто интересно посмотреть, справятся ли они с нашим противником, который сейчас выберет не знаю кого. Хоть бы травоядников от них взял. Если сейчас будут рептилии. Ох. Интересно посмотреть на это все. Хм. Муравьед какой-то тут у него. Так, он ходит первым. Ну, как всегда, ребят. Он будет менять, 100%, я говорю. Он будет менять динозавра. Я бы взял бы, наверное, вот этого летающего. Нет, он решил атаковать. Ну что, ему крышка тогда? Пим-пим. Все. Пошел отсюда. Так, сейчас посмотрим, что у этого по атаке. 210. Это у нас тропиогоптер. Ага. А почему он фиолетовый? А, ну все, я понял, это уже гибрид. Ну что, он меня ушатывает с двух плюшек. И потом ушатываем его мы. Я надеюсь, сможем ушатать-то. Блин, горелый. Твою дивизию. В принципе, да, мы его ушатываем. А вот теперь интересно знать, что это за муравьед и как он там себя поведет сейчас. Это нет, это какой-то как жираф, наверное. Ну, смотри внимательно, три. Что же он сделает, а? Индрикотерий. А звучит красиво так, индрикотерий. Да, он ушатывает моего сфенокодона. Ну, а этот-то Ютиранус. Ютиранус-то ведь ему сейчас просто потрошки-то выпотрошит полностью, ребят. Посмотри. На-ка. Вот и осел индрикотерий. Да, друзья мои, победил мой динозаврик. Причем очень даже круто. Ну что, крутим? Дайте мне $100, пожалуйста, а? Или 10 тысяч еды. 100 тысяч еды. Нет, дают мне 10 тысяч монет. Ладно. Еще раз с тобой крутанем. И выпадает нам здесь еда. Да. Так, ну с водной вроде бы мы разобрались, да? Каназойской, по-моему, нам некого тут взять, к сожалению.
Но зато есть, у нас есть много кого здесь скрещивать можно. Но опять же, инкубатор только один. Вот это обидно. Что он один. И что всего лишь две ячейки здесь дается. Немножко несправедливо, я так считаю. Так, ну что, друзья мои, на этом я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!